Булочки взял, яички взял, так что теперь можно завтракать. Ребята, мы немножко выехали в отпуск на выходные, находимся в горах Харт. Вот когда забываешь ботинки в машине, приходится тапки одевать на носки. Добрый день, ребята, можно я вас возьму с собой на выходные? Мы с семьей вырвались на выходные, решили сделать такой маленький, ну не отпуск, просто выезд. Мы находимся в горах Хартса, и деревушка, которая снизу находится, она называется Ханненкли. Так что, если кому-то вздумается сюда приехать, то пожалуйста. Ну, у нас недалеко здесь живет мой двоюродный брат. Вчера мы заехали к нему в гости, погостили. Здесь мы сняли квартирку на две ночи. Так как у моего брата 4 ребенка, мы не хотим их затруждать. Ну, это другая история. Но факт то, что сегодня я хочу вас взять с собой в маленький отпуск и немножко показать, как можно тоже в Германии отдыхать. Потому что многие говорят, что в Германии нечего делать. Ну, все же. Я всегда говорю, что я другого мнения, потому что в Германии очень много мест, где можно отдохнуть. Кстати, сюда вот на этой канители подняться нам на семью обошлось вроде бы 23 евро плюс на каждого поездка на таком вот самокате в гору вниз. Кстати, продолжительность этой поездки где-то 1400 метров длиной. Так что очень даже прикольно гонять. Ну все. Мы, наверное, будем иногда включать камеру. Я вам буду показывать, чем мы занимаемся эти дни. Но в основном решили отдыхать. Погода, кстати, видите, я в кофте, у нас лето. Вчера, позавчера была жара плюс 30. Сейчас у нас 19 градусов. Вот так вот быстро может испортиться температура. Но все же, главное, чтобы дождя не было. Ладно, я пойду своих искать. Эти ступеньки. Папа, еще. Пусть он сам ходит. Блин. Все хорошо, но вот по ступенькам больше поднимаешься, чем катишься вниз. Ну ничего. Зато сегодня спать будет хорошо. We'll be right back.
меня знакомый спросил, зачем мне дети, чтобы кататься на каруселях, ребята. Так что, да, Вика? Папа везде с тобой. Вот, заводи детей, и потом не будет стыдно кататься на каруселях, ребята. Так, у нас сейчас тут бешеный карусель будет. Так, поменяли окрестность. Мы выехали с Ханекли и поехали в местечко под названием Тали. Как вы видите, ребята, здесь намного побольше детям. Мой двоюродный брат позвонил, сказал, что освободились с детками, они были в школе. У них там под типа школьная пора началась. Ну и вот мы решили приехать сюда, недалеко от них. И здесь вообще интересно. Так что наши выходные продолжаются. И, кстати, вы видите, погода вообще классная. Каруселей здесь много. Доча сейчас хочет еще веревочный сад. Так что мы сейчас чухнем, наверное, туда. Мы слушаем музыку, да, и смотрим картинку. Решали, что нам взять. Короче, зашли в два ресторана, в китайский и в итальянский. В итальянском взяли маргариту пиццу 7 евро, и в китайском взяли жареные макароны или что с китайским соусом. Так что все ругается, наверное, что строить ресторан или дом. Ну все, на этом, наверное, будем заканчиваться, закругляться. Заканчивается. Я сам тоже устал. Мне тоже свежий воздух в голову дал. Ну вот и все. Типа вот такие вот выходные у нас. Каникулы. Камера трясется. Оп. Надеюсь, понравилось. Скучно не было. Мне, кстати, сегодня скучно не было. Я накатался на каруселях. Дети довольны, я довольный. Сейчас еще перекусим и баю-бай. Ладно, ребята, давайте. Как всегда. Пальчик наверх, комментарий и ждем новых видосов.